Всем мира, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале Фэншоп полезный и не очень. Сегодня я вам покажу, как легко и быстро очистить свой телефон от вирусов. Приступим? Погнали! Проводить мы будем вот все это дело на вот этом экземпляре. Видим, потише сделать. Видим произвольные включения рекламы даже на экране разблокировки. Видим, вот что происходит. Причем ничего не помогает. Самопроизвольные включения, видите, ничего не реагирует вообще совершенно. Вот, решил это дело заснять, показать вам. Сегодня мы очистим этот телефон, и я покажу, как убить это все дело. Буквально в 2-3 клика. Всякие баннеры всплывают, чего только нет. Причем, смотрите, даже если при попытке удалить их, вроде удалились, да, они начинают всплывать заново. На штуке я удивился, но... О, все, опять вскочило, видите? Все. Видите? Вот. Всякие какие-то приложения, всякая гадость. То есть лезет, причем назойливая, агрессивная реклама. И ничего здесь не исправит. Видите, все. Сам перекидывает, видите? Живет, в общем, своей жизнью этот телефон. Да, такое бывает, особенно когда заходишь на какие-то разные сайты, пытаешься что-то скачать, можно подхватить данный вирус. Сегодня мы его удалим, его и в принципе... Ребят, извиняюсь, кто-то там проснулся и решил посверлить. Ну да, 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 да. Так, ну перед тем, как, ребят, мы этим займемся и приступим, я покажу вам, как это все делается. Хотел бы попросить вас об активности. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. Ну и не забывайте про колокол, чтобы быть в курсе последних событий. Вот видите, что опять. Все. Агрессивная реклама, казино, всякие сайты, букмекеры и так далее и тому подобное. Телефон намертво висит. Ладненько, давайте я вам покажу, как от этого дела избавиться. Ну и на самом деле прочистить свой телефон было бы не помешало. Так, заходим в Play Market. Вбиваем антивирус Dr. Web. Он бесплатный, всем доступен, в принципе, для скачивания. И довольно-таки эффективный. Но не просто устанавливаем его, ребят. Сейчас мы это установили, да, и открываем, по идее. Принимаем все. Разрешаем. Переводим телефон в безопасный режим. Для этого зажимаем кнопочку выключения. И нажимаем и держим больше 2-3 секунд. И написано «Телефон переходит в безопасный режим». Нажимаем «Ок», ждем перезагрузку. И телефон у нас перейдет в безопасный режим. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы в нашем телефоне действовали только системные приложения. Ну и антивирус, само собой. Все. То есть все те приложения, которые подстраиваются, которые незаметны, или пересылают данные, они не будут действовать. И антивирус их спокойно найдет и удалит. Это все дело в безопасном режиме лучше делать. Да. Это, в принципе, на любом Android-телефоне распространено, и запускается это в три счета. Все так же. Зажимаем кнопочку выключения, и он у нас перебрасывает в безопасный режим. Ну вот, ребят, после того, как мы перешли в безопасный режим, на данном телефоне у меня стоит Lineage OS. В нем нет своего антивируса, поэтому проделать я эту манипуляцию не буду. Если у вас, допустим, телефон Samsung или какой-нибудь другой, допустим, тот же Xiaomi, какой-нибудь модель Redmi, Poco, неважно. У них у всех есть свои встроенные антивирусы, которые вы можете запустить прямо в безопасном режиме и просканировать всю систему. Антивирус найдет и убьет его. Давайте я вам покажу, как это делается на другом аппарате. Я знаю, что в нашей стране особо популярны пользуются телефоны Xiaomi, так как зарекомендовали себя выпуском хороших телефонов за разумные деньги. Поэтому будем проводить все это дело на телефоне с системой MIUI. Вот этот телефончик, это, кстати, Lenovo Z5S, прошитый на MIUI 12.5. Я сейчас вам покажу, как сделать здесь безопасный режим перейти. Потому что в большинстве случаев телефоном Xiaomi или Samsung. Зажимаем кнопочку выключения. Здесь, если вы зажмете ее больше 2-3 секунд, ничего не произойдет. Выключение. Еще раз выключаем. То есть телефон просто выключаем. Далее нажимаем кнопочку, после того, как он у нас выключился, нажимаем кнопочку включения.
Он у нас включается. И нажимаем кнопочку, зажимаем кнопочку вниз. И держим. Вот, вниз громкости. Ждем. Телефон у нас запускается. Милай. И сейчас он должен перейти в безопасный режим. Там же можно смело удалять все вирусы. Видим. Безопасный режим. Все, видите? Безопасный режим. Все, а здесь уже запускаем нашу безопасность. Антивирус. Окей. Все. Он начинает проверять, сканировать всю систему. Сейчас дождемся, давайте. Он у нас просканирует все. Сейчас я все манипуляции проделаю. Покажу, как это будет делаться на MIUI. А дальше линейку. Сам почищу всю систему внутри. И уже запущу телефон. Я думаю, он будет нормально функционировать. Без всякой рекламы. То есть здесь у меня вирусов нет в MIUI. Решил продемонстрировать это на примере телефона от Xiaomi. Все-таки эта марка очень популярна у нас, у граждан наших. Поэтому пользуется огромное количество. То же самое есть встроенный антивирус и на Samsung. Поэтому без проблем вы можете это сделать. Там надо нажать просто 2 секунды, как на линейке, допустим. И он у вас перезагрузится в безопасном режиме. Запустите антивирус, удалите все вирусы и все. Все. Одна угроза. Ну, это root, разрешен доступ. После этого перезагружаете телефон в обычном режиме. И он у вас включается. Ну вот, после того, как мы вышли из безопасного режима, почистили его родным антивирусом, все подтерли. Можно запустить для профилактики и обычный доктор веб. Заходим. Далее. Полная проверка. И он начинает сканировать. Это неплохой антивирус, который, в принципе, анализирует все. Находит самые базовые вирусы, рекламные вот эти все, и, в принципе, их удаляет. Чистить я советую так проводить раз в 2-3 месяца в связи с последними событиями. Устанавливаем всякие VPN, в основном это бесплатно. Мало кто пользуется платными VPN, поэтому получается так, что хапаем всякую гадость в интернете. Все, ожидаем, ребят, после того, как завершится сканирование нашей системы. Давайте я включусь чуть-чуть позже, потому что он будет долго, здесь все-таки 120 гигов. Так, ну как видим, ребят, все, всплывающих окон нету. Телефон у нас функционирует замечательно, без всяких проблем. Видим, все. Все замечательно, ничего. Ничего у нас не всплывает. И это здорово. А вот таким вот нехитрым способом можно очистить практически любое Android устройство. Это, в принципе, не составит труда ни для кого. Спасибо, ребят, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, если понравилось видео. Подписываемся на канал, если до сих пор не подписаны. Напишите, ребят, сталкивались ли с такими проблемами, как всплывающие окна, произвольная реклама и вот весь хаос, который творится на телефонах без вашего ведома. И как вы с этим боролись? Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.